Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя не сочувствие, нужна помощь. И только. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего бы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамонт и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритагор, Хамонт на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамондом или с Зелисой. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритагоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Нам нужны сведения о Хамонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной.
Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хаммондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Нет, Ламберт. И верно. Пускай так и остается. А мои деньги? Ублюдки. Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хаммонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Пошла. Отлично. Тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ну давай, сдавай зачет. Покажи, чему научился. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Возвращайся к Деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Отдохни.
За прошлый месяц я заработала столько, сколько в прошлом году. За неделю. Сейчас никому особо не развернуться. Война. Вот люди не тратят денег на новые наряды. Глупо. Война или нет, богатые всегда любят вырядиться. Тогда чего же они не хотят шить у меня? Потому что новая мода идет, а ты все шьешь по-старому. Идите своей дорогой. No. Вот вымахал-то. Открывайте именем вечного огня. Вот так слухи встряли, мухи. Мы знаем, что чародей Реми Велерой заочно приговоренный к смерти здесь. Довольно этого этикета. Ломайте дверь, заходим! Проваливай отсюда, приблуда, чтоб я тебя тут больше не видел. Реми Велерой, ты арестован за черно... Честное слово, вы хуже бродячих торговцев. Выходи, ведьмак, а то и для тебя кандалы найдутся. Помогите, они меня сожгут, сожгут живьем, а я ничего. Ничего? Ничего? А кто составлял отравляющие эликсиры? Кто ложе чародеек помогал и рапорты им высылал по мегаскопу? Кто чарами людям голову дурил, а? Мы знаем тебя, Реми, и тебя, и твои преступления. Это было давно. Этого больше не повторится. Да уж, мы об этом позаботимся. Заковать его! И сука его тоже! Мама! Я этого не позволю. А твоего мнения никто не спрашивает, мутант. Что-то мне подсказывает, что мы все-таки договоримся. Без слов. Ко мне! Спасибо. Если бы не ты, они поубили меня. А Луиза и малыш... Страшно подумать. Трис Меригольд, найди ее. Может, она сумеет тебе помочь? Хорошо бы. А пока... Возьми. Я чары на время оставлю, а тебе может еще и пригодиться. Хотя бы для следующей встречи с охотниками. Да, что-то мне подсказывает, что она состоится совсем скоро. Будьте здоровы. Thank you.
тебе и раз. Что-то у меня поясница прихватила. Смотри, куда бьёшь. Да будет, эй, ты чего? И что мне теперь делать? Ясно, как вечный огонь. Приятного дня, или, как у нас говорят, удачных дел. Открывай. А-а-а. Покажи мне свои товары. Прощай. А-а-а. Я хочу сыграть в карты.
Бла. Ну и... ну и вонят меня. Чего ты здесь ищешь, злодей? Порядок есть порядок. Эх, и жить не хочется. У кого ж сегодня денег хватит на ведьмака? Чтоб я вас тут больше не видел! Да мы ж хотели... А мне один хер, что вы там хотели? Чтоб вас тут не было! Бабы мне не хватит. Другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Не лезьте ему под меч! Давай! Эх, как вы, блядь, не научитесь. Добрые времена, а? Да, будто из Вергена и не уезжали. Ходу! Говорил я сюда не приходить. Ну, все у нас исправно вышло. А вот теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. 100 лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Как ты раздобрел? О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то посмурнел. Что такое? Не хочу тебя нагружать своими бедами. Не свисти, Геральт. Говори уж, в чем дело. Я ищу Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. О, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. Да разное. Дай угадаю. Трис? А может, Йеннифер? Мы с Трис поговорили и выяснили отношения. А что касается Йеннифер... Так ты ее нашел? Рассказывай все, как было. Давай в другой раз. Сейчас есть дела поважнее. То есть? А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Коллегия профессоров Оксенфордского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкрацу Виконту де Летенхофу титул магистра 7 свободных искусств. И я погрузилась в чистый экстаз, поглощая нектар. И пальцы твои на истосковавшихся струнах моей души. Коллегия профессоров Оксенфордского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкрацу Виконту де Летенхофу титул магистра 7 свободных искусств. Юлиан Альфред Панкрац. Все забываю, что он так по-дурацки называется.
Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Серебряный лавр победителя ежегодного состязания трубадуров мастеру Лютику. Сам князь Эревард вручал. Ох, и ужин был в честь победителей. Лютик учил свинью петь йодли, а я... Ой, ладно, не будем об этом. Ага, 10 бочек изысканного туссенского, 5 ящиков саденского тройного. Хм, ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик и ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо? Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно! Последнее время он встречался только с девушками. Хорошая мысль. У Лютика длинный язык. Может, он растрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след? Ну, на это весь расчет. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже. Обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом.
Ты еще тут? Ищешь что-то? Да вот проверяю, не пропало ли чего. Вот холера. Эти же все вынесут, да продадут. Хорошо, что ты не ушел. Я хотел тебя кое о ком спросить. Пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли! Она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютих людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Если б я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу. Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. И еще каким? Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Но тут она вынула удила из брую, и бедолага смылся через окно. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она. И вопила на полной Виграда, что он рохля и охрипший фазан. Она. И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Карликом роза Варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ладно. Варатра. А ее отец, случайно, не нильфгаардский посол? Он самый. Ты его знаешь? Сильно сказано. Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Вазиме. Ну, значит, представляешь, что это за хер? И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики. Только, говорят, Роза больше любит мечами махать. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? И, кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву, в смысле, учителя. Пусть странен лик ее, изменчива природа, кто взглянет в очи ей, постигнет в жизни много. Ого, чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфок, но это исключение. Ей бы сама Франциска Финдобаир позавидовала. Так, может, сам к ней сходишь? Давай уж, лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера. А я как-то больше по водке. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Откуда у тебя такие кошачьи глазища? Приветствую. Приветствую и прошу. Я друг Лютика. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать? Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что. Подожди здесь.
Так лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Людвиг? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует. Ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютик открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, о, что там творилось! По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. А ты вот никогда не хотел стать, хоть на минуту, кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че орешь, глупая?
Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, Седой. Не твое это дело. У Веспула теперь новая охрана. Да ну? Это чья же? Короля нищих. Он договорился с младшим, и теперь это его место. Что-то мне ничего об этом не известно. А известно тебе, что король делает с теми, кто перейдет ему дорогу? Или показать? Пойдем, Фриц. Раз уж шеф так устроил, значит, так и будет. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще на свете люди, готовые бескорыстно помочь незнакомой. Не вполне бескорыстная и не вполне незнакомой. О чем ты? Ты тот ведьмак, что таскал Лютика по девкам. Жерар, да? Геральт, не Жерар. Ну извини. Ну-ка. Значит, это я таскал Лютика по девкам? Он так говорил, что я всегда была для него той самой, единственной. Только он попал в плохую компанию, твою и этого краснолюда. У него еще хохолок такой. И подали вы ему плохой пример. Вино, женщины. И песни. Этого он тоже от нас набрался. Придется с ним поговорить на досуге. Как ты думаешь, куда мог подеваться Лютик? Верно, шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. Ого! Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. На вас глядячи. Что ты меня трясёшь? Что там, ведьмак?
Эти ведьмы. Что случилось? Они... Эй, подожди! Эй, не попади под стол! Вон, седой! Взять его! Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго.
Да, Геральт? Ты давно в Новиграде? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотзене. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти. Но прежде всего, как предупреждение. Пока. Новиград. Подходи и не стесняйся. За погляд денег не беру, а поглядеть есть на что. Перед тобой коллекция мага Айрамоса. Такой случай выпадает раз в жизни. Как ты добыл эту коллекцию? Ни разу не слыхал о чародее, который по своей воле расстался бы со своими вещами. Айрамоса никто не спрашивал. Его сожгли 2 недели назад. Странно, что артефакты не сгорели вместе с ним. Охотники за колдуньями просто так позволили их продавать? А чего бы нет? Это же самые обыкновенные вещи. Нужны разве что в коллекцию. Для тех, кто понимает. Ну хорошо, как я понимаю, это не совсем обычные предметы. Люди говорят, что каждая из этих вещей – зачарованный ключ. Эти люди не говорят, где замки для этих ключей? К сожалению, нет. Знаю я все подробности, и я сам бы этим воспользовался. А где жил Айрамос? У него была роскошная резиденция на юге Оксимфурта. Но сейчас она в развалинах. Маг очень дорого продал свою шкуру. Покажи мне свои товары.
Бывай. Статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис.